Так, ну что, начнем стричь хулиганским пуделям коготочки. Здесь немножко посложнее, так как у нас не выбритые лапки. Но в любом случае находим коготочки и срезаем. Нравится, не нравится. Никому не нравится стричь когти. Никому, ребят. Ну, чаще всего. Есть, конечно, щенки, такие индивидуумы, которые прям лежат. Кстати, у нас так стрижет когти Тарантино. Просто чудо. Я его кладу, он лежит у меня на спине, лапы свои наверх. Делайте со мной что хотите. Ну, чаще всего, конечно, собака не любит. А еще чаще всего владельцы боятся и водят своих собак к ветеринару стричь когти. Вот сколько раз бываем у ветеринара, там очередь просто из маленьких собачек со стрижкой когтей. Но каждому свое. Я этого, конечно, не пойму никогда. Простите. Ну, еще раз повторю, потому что если бы я ходила стричь когти своим собакам к ветеринару, то я, наверное, бы только этим бы и занималась. Потому что когти растут быстро, стричь их надо часто. И вот, кстати, я думала, что... Стой, малыш, стой, мой зайчик. Я думала, что ты будешь хуже себя вести на коготках. Вот кого-то тут у меня немножко кровка пошла, ничего страшного нет. Да, ничего страшного в этом нет. Все, коготочки обрезали. Ушко поправили. Ушко поправили. И побежали играться. Пошли за твоим братом. За твоим братом Мишленом.